Болят и устают ноги, возможно, у вас плоскостопие. Но знаете ли вы, что это не просто косметический дефект, а серьезное заболевание, которое разрушает наш организм? Сегодня я приехала в научно-практический центр детской психоневрологии. Здесь я пойму, как жителям большого города распознать у себя плоскостопие, как оно приводит к артриту или артрозу, какие меры профилактики работают против плоскостопия и что делать, если оно у вас появилось. На все эти вопросы мне ответит эксперт. Лягин Артем Сергеевич, врач-травматолог-ортопед, заведующий отделением детской травматологии и ортопедии научно-практического центра детской психоневрологии. Артем Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Что такое плоскостопие и почему оно вообще возникает? Возникает в силу различных причин, но чаще всего несостоятельности капсульно-связочного аппарата стопы и растяжение мышц, связок, которые... растяжение сухожилий мышц, которые участвуют в формировании и удержании сводов стопы. Плоскостопие, оно в детстве возникает и потом во взрослый возраст переходит? Или у взрослого человека тоже может возникнуть плоскостопие? Обычно оно тянется с детства. Есть такой нюанс, что у маленьких детей, детей до 7 лет, при нормальном абсолютно развитии организма, формируется стопа с уже несколько умеренно уплощенным внутренним продольным сводом. И это такая... внутренний продольный свод, это вот здесь? Да, это вот в этом месте. Детская стопа, она как раз-таки характеризуется тем, что она является плоско-вальгусного вида, но это установка, которая должна постепенно уйти, и стопа должна вырасти, свод сформироваться. Обычно своды формируются к 8 годам. Детская стопа, она очень эластичная сама по себе, и та часть, которая находится именно во внутреннем, в области внутреннего продольного свода, там находится бурая жировая ткань, но потом постепенно эта жировая ткань уходит, мышцы сухожилий стопы приобретают физиологический тонус и начинают держать свод. А чтобы вот они этот тонус приобрели, получается, что надо прям с детства начинать заниматься своими стопами, правильно я понимаю? Да, абсолютно. У многих людей есть плоскостопие. Знаете, даже есть такие тесты, когда мажешь ногу краской, ставишь и вот смотришь в интернете, какая у тебя степень. Но люди считают, что это просто такая особенность стопы. То есть в этом ничего страшного нет. Вообще плоскостопие может быть опасной проблемой? Да, конечно, может быть опасной проблемой, оно является проблемой в некоторой степени, потому что у взрослого человека мы уже говорим, как правило, о некомпенсированном плоскостопии, то есть статичном плоскостопии, при котором отсутствует амортизация, и во время ходьбы у нас нагрузка неправильно перераспределяется по сегментам стопы и дальше по выше лежащим отделам. И что может быть? Колени в другую сторону будут гнуться или что? Ну, колени в другую сторону... сначала гнуться не будут, но риск появления и развития ранних дегенеративных изменений значительно выше при плоскостопии, артроза, чем... артроза, да? Ну, абсолютно верно. Крупных суставов над стопой, которые находятся, голеностопные, коленные, тазобедренные. И, естественно, изменяется перераспределение равномерной нагрузки в сегментах позвоночника. Тем самым появляется соответствующий ранний риск развития дегенеративных изменений в сегментах позвоночника. То есть остеохондроз. В моменте неправильной амортизации стопы или неравномерного распределения нагрузки в самом дистальном, то есть самом дальнем отделе нашего организма на стопе во время ходьбы, у нас нагрузка прогрессивно увеличивается по вышележащим сегментам, как я уже и сказал. И в позвоночнике, который имеет физиологические сгибы, шейный лордоз, грудной кифоз, поясничный лордоз и копчиковый кифоз, здесь немножко у нас он сглажен, но, тем не менее, у нас должно иметь место еще и, как вы видите, межпозвонковые диски, которые под действием этих изгибов и кинетические силы в походке несколько сокращаются и потом расширяются в момент нагрузки на полную стопу. Так вот, если у нас нагрузка неправильно идет со стопы наверх, то в этих местах у нас гипернагрузка приходит на межпозвонковые диски, тем самым уменьшая их регенеративные способности и уменьшая их, увеличивая их износ. То есть плоскостопие – это не такое уж и простое и безобидное заболевание. Видите, каким проблемам он может привести. Что делать людям, у которых есть плоскостопие? Вот они сейчас посмотрели нашу рубрику «У меня плоскостопие». Вот что им делать? Вот смотрите, я знаю, что есть такие упражнения, когда вот говорят мячик туда-сюда катать, вот так вот ногой перекатывать, либо такой коврик с разными камушками, по нему ходить. Вот это помогает? Да, это отчасти помогает, но у нас есть дети и взрослые. Вот детям для того, чтобы
заниматься профилактикой развития плоскостопия в раннем детском возрасте, мы говорим родителям, чтобы, да, положили ортопедические коврики детские. Они есть несколько типов, на разные виды. Создается имитация разного уровня поверхности для ребенка. И по нему можно ходить. Чем чаще по нему ребенок пройдет, тем лучше. У взрослого уже ортопедические коврики в меньшей степени будут влиять на коррекцию плоской стопы, но заниматься, например, в плавании, в бассейне, водными процедурами, любая активность в воде вообще хорошо и приветствуется, а в домашних условиях заниматься гимнастикой. Гимнастикой можно заниматься в нескольких положениях, то есть в динамике и в статике. Динамики в ходьбе, то есть ходить, например, на наружном отделе стопы, приподнимая первый палец, и стараться на стопу развернуть наружу, то есть на наружном отделе стопы пройтись. Те же самые упражнения ходьба на носках. И в статике, например, если мы сидим на стуле, добавлять разные упражнения с какими-либо объектами. Хватать пальцами, перекладывать, переводить стопы друг к другу. Артем Сергеевич, спасибо вам огромное за консультацию. Благодарю вас. Занимайтесь своими ногами. Будьте здоровы. Пока-пока.